Курской области работает около 3000 сотрудников почты. Анна Москалева, начальник отделения номер 45, одна из них. Свою профессию она выбрала, следуя примеру мамы, которая доставляет письма уже почти 30 лет. Я ходила в детстве к маме на работу, на почту. Она работает очень долго почтальоном. И здесь всегда был, присутствовал запах такой сургуча. И когда уже со временем запах сургуча остался только в воспоминаниях, внедряются каждый год новые услуги, технологии. Почта так остается самым важным средством сообщения. Для Галины Таманчук постоянное общение и возможность доставлять радость людям – самое важное в профессии. Она надеется, что не только дочь, но и ее внуки продолжат династию. Я работаю на почте 29 лет. Пришла сюда как раз в конце июня. Так что у нас и профессионального праздника – одна и та же дата, 29 лет почты России и мою. В следующем году мы будем юбилей отмечать вместе. Почтовая служба сегодня больше, чем просто доставка. Это крупная логистическая компания, оказывающая населению десятки видов различных услуг. К профессиональному празднику мы подошли с хорошими результатами. С начала года сотрудники отделений почтовой связи Курской области уже обработали 8 миллионов писем и посылок, около 50 тысяч экспресс-отправлений, совершили порядка 9 миллионов транзакций. Это лишь небольшая часть нашей работы. Сегодня управление почтовой связи Курской области – это 95 городских, 507 сельских и 8 передвижных почтовых отделений, сотрудники которых изо дня в день работают, чтобы куряне получили письма и посылки вовремя. Анастасия Кондрева, Геннадий Воробьев. События дня.